собираюсь сделать десерт себе. Маффины шоколадные. Для этого мне нужно. Так, сейчас я. Чтобы видно было. Вот так. Кокосовое масло. Вот оно у меня. 4 столовые ложки. Дальше. 2 яйца. 2 яйца. Потом кокосовое масло положила, да, тахини, кунжутная паста, 4 столовые ложки. Запечатано. Кладем 4 столовые ложки, густая внизу. Это нужно смешать в одну емкость. Тахини, яйцо, кокосовое масло. Разрыхлитель 10 грамм. 10 грамм это, я так понимаю, чайная ложка. Какао-порошок 2 столовые ложки. Так, 2 столовые, сахарная пудра, сахарозаменитель, у меня здесь вот такой, ксилит, и я его буду класть тоже 2 столовые ложки. Нужно еще орешки добавить, но орешек у меня нет. В этот раз без орешек обойдемся. Вот, но есть еще по рецепту можно положить шоколадные чипсы, написано. Ну вот у меня шоколадка. Сейчас я покажу. У нас продают, она без сахара. 90% нету сахара. Шугар без сахара, бельгийский черный шоколад, но в нем он со стевией, стевия и эритритол, то есть натуральные подсластители, сахарозаменители. Вот я его покрошила вот столько и тоже сюда докладываю. Получилось вот такое вот тесто. Хорошо размешать. И все. Все, что ничего не забыли, все перемешать и заполнить формочки. У меня вот такие силиконовые есть на 2/3. Заполняем. Порция. Теперь будем выпекать в духовке 20 минут на 180 градусов. Так, и вот такие вот маффины получились. Вот. Вот такие. Такая серединка. Это вот кажется влажным, это шоколад, кусочки шоколада.
Сейчас я попробую. Очень вкусно. Еще один десерт в мою коллекцию.